Строительство нового парка стало поистине долгожданным событием для жителей микрорайона Горный города Уйжигута. Данная досуговая зона пока еще первая и единственная в этом районе. Ну а имя героя Советского Союза, гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева, было решено присвоить парку по просьбе жителей города и по содействию Общероссийского народного фронта. Теперь новая досуговая зона, помимо приятного времяпрепровождения горожан, стала мемориалом нашему достойнейшему земляку и будет нести воспитательно-образовательную функцию, задавая правильные ориентиры новым поколениям нашей молодежи, отмечает заместитель главы администрации города Уйжигута Шакман Суюнчев. В данном микрорайоне не было места, где отдохнуть с детьми, там в основном дети, матеря. Вот сейчас, в данное время, данный парк очень-очень к месту. Все жители очень рады и приветствуют, что проводится такая работа именно во благо населения. Люди, которые приближали великую победу, безоговорочно заслужили память своих благодарных соотечественников, выразил уверенность эксперт ОНФ Иса Мамчуев. Харун Умарович Богатырев был заместителем командира танковой бригады 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. За свои порой невероятные подвиги, помимо золотой звезды героя, был награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени и орденами Александра Невского Отечественной войны Красной Звезды, а также многочисленными медалями. И хотелось бы выразить слова благодарности от имени Народного фронта властям города Уйжигуты за то, что они нас поддержали и дали имя парку Героя Советского Союза Харуна Богатырева. Это прекрасное место, где можно отдыхать молодежи, пожилым людям и детям. Новая досуговая зона рассчитана для отдыха семей с детьми, где каждый найдет для себя место для приятного времяпрепровождения после тяжелого рабочего или же загруженного учебного дня. Мне понравился очень сильно парк. Ага, а чем понравился? Тем, что он очень красивый. Я буду сюда приходить в свободное время. С кем? С братами своей племянницей. А чем будете здесь заниматься? Я буду кататься на роликах, а мой брат с племянницей будет кататься. Замечательное вот такое место. Давно нужно было нам, конечно, вот иметь такой парк. Привитие прежде всего патриотических чувств нашего молодого поколения. Да, конечно же. Каждый раз они будут заходить, вывеска есть, они будут знать, помнить о том, что оказывается, был у нас земляк, которому присвоили имя Героя Советского Союза. На сегодняшний день готовность парка составляет свыше 90%. Официальное открытие новой досуговой зоны планируется в самое ближайшее время. Ахмат Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаево, Черкесия.